Теперь давайте предположим, что звезды жизни есть разум и действует они целенаправленно. И сами являются божественными. В их природе нет ничего, они которые находятся в божественном месте. И сами являются божественными. И в природе нет ничего, что могло бы сделать человека несмертным. Что от наших велокотенций перемен им нет никакой пользы и никакого вреда. Тогда что такого плохого мы могли сделать, чтобы они вполне умышленно заставляли нас страдать? Они, которые находятся в божественном месте, сами являются божественными. В их природе нет ничего, что могло бы сделать человека незаменным. От наших благодетелей перебед им нет никакой пользы и никакого вреда, и никакого вреда, и никакого вреда, и никакого вреда. Thank you.
Thank you.